Проводимые в Азербайджане серьезные экономические реформы оказывают положительное влияние на развитие отдельных секторов и в целом на экономики страны. В частности, в текущем году работы в сфере социальной защиты населения будут продолжены. В этой связи президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в области усиления социальной защиты населения. Согласно документу, Министерству труда и социальной защиты населения поручено в 15-дневный срок подготовить и представить проекты нормативно-правовых актов, связанных с увеличением социального пособия для наиболее уязвимых категорий граждан. В текущем году ожидается проведение более глубоких реформ, в частности, в различных секторах экономики и в области усиления социальной защиты населения. Согласно новому распоряжению президента, повышение размера социального пособия охватит наиболее уязвимые категории населения, в частности, лиц с инвалидностью, детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья. Данное распоряжение коснется около 670 тысяч граждан, для обеспечения соцзащиты которых ежегодно из бюджета будет выделяться около 400 миллионов манатов. В то же время это не последнее повышение социальных пособий. Этот процесс будет продолжаться. Президент страны заявлял о том, что обеспечение соцзащиты населения является приоритетным направлением экономической политики правительства. В текущем году также ожидается реализация ряда проектов для улучшения благосостояния вынужденных переселенцев. Так, если в прошлом году порядка 5900 семей вынужденных переселенцев были обеспечены квартирами, то в этом году показатель будет доведен до 6-7 тысяч. Данная программа будет реализована как в регионах страны, так в Баку и в Сумгаите. Помимо этого, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц, что также значительно улучшит социальное положение лиц, пострадавших в результате армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Улучшилась жизнь людей, но хотелось бы еще, чтобы все-таки социальные реформы продолжались так, как они начались, и продолжались бы. И прежде всего, это касается пожилых людей и многодетных матерей. Мне очень импонирует вот такая политика, вы знаете, проводимые президентом вашим, которые направлены все-таки на решение этих проблем. В целях усиления социальной защиты вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц и повышения государственной заботы, с 1 апреля текущего года сумма единого ежемесячного пособия для этой категории граждан будет увеличена на 50%. В этой связи Кабинету министров Азербайджана поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов в соответствии с последними распоряжениями. Экономическое развитие Азербайджана непосредственно влияет и на развитие социальной сферы, усиление защиты граждан и улучшение благосостояния. Приоритетом для государства является его граждане и обеспечение высокого уровня жизни, а также сильная экономика. Во всех секторах экономики достигнуты положительные результаты. Нефтяной сектор за год вырос на 14%, значительно увеличился объем экспорта. В некоторых секторах рост достигает 44%. Все это показывает, что проводимые в стране серьезные реформы дают свои результаты. Отметим, что относительно минимального размера пенсии также были предприняты серьезные шаги. Так, размер минимальной пенсии вырос примерно на 38%. Со 116 манатов доведен до 160 манатов. Повышение минимальной пенсии позволит улучшить пенсионное обеспечение 223 тысяч граждан страны. Эсмира Алиева, Фуат Байрамов, Джавид Гадыров, CBC.